В Ульяновске состоялось заседание Единого градостроительного совета при губернаторе Ульяновской области. По словам главы региона, результатом работы градсовета должно стать последовательное развитие инфраструктуры, создание максимально комфортной среды для наших жителей, для их досуга и работы, семейного и активного отдыха. Крайне важно принять правильные концептуальные решения по развитию территории. Призываю вас к конструктивному и открытому диалогу. Общая задача совета – упорядочить градостроительную политику в региональном центре. В первую очередь это подготовка и принятие документов градостроительного планирования. Участники заседания рассмотрели несколько вопросов по изменению генеральных планов Ульяновска и Димитровграда. На мой взгляд, достаточно продуктивно проходят встречи. Есть возможность, в общем-то, у каждого члена комиссии совета высказать свое мнение за, против. Достаточно конструктивный, на мой взгляд, диалог возникает. И я думаю, что с течением времени мы будем больше друг друга понимать, какие-то вещи регулировать в рамках работы комиссий профильных. Те вопросы, по которым по каким-то причинам не удастся договориться на комиссии, будем выносить обязательно на градостроительный совет. Глава города Ульяновска Дмитрий Вавилин рассказал о работе по внесению изменений в градостроительный план и приведении генплана в соответствии с фактической ситуацией. В 2022 году планируется выстроить такую работу в два этапа. Первый этап – это в январе планируем опубличить и, соответственно, подготовить к принятию все те изменения в генплан, которые у нас необходимы для приведения к фактическому использованию либо в ПЗЗ. Сегодня до конца декабря мы все эти нестыковки собираем, но цифра получилась уже у нас там перевалила за 500 необходимых корректировок. Вторым планом уже после того, как приведем в соответствие генплан фактическому положению дел, уже выйдем на корректировку генплана. На заседании также шла речь о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки города Димитровграда. Проектом также генерального плана у нас рассматривается земельный участок для перспективного захоронения на территории города. Это севернее существующего кладбища Покуйбышева 423, скорректирована санитарно-защитная зона. Рассмотрели возможные изменения в генплан города Ульяновска на территории северо-восточнее поселка Плодовый в железнодорожном районе. В настоящее время реализовать проект под жилую застройку возможно только с учетом внесения изменений в данные документы, в данную градостроительную документацию. После обсуждения проекта совет принял решение проработать инициативу более детально, поскольку на указанной территории отсутствуют необходимые коммуникации, объекты социальной инфраструктуры и сложности с транспортной доступностью. На заседании также обсудили внесение изменений в генеральный план города Ульяновска в части территории на продолжение проспекта маршала Устинова в Заволжском районе. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.